Смоленское лютеранское кладбище. Сейчас сходим до склепа, где была съемка фильма «Брат» с Бодровым-младшим. Смоленское лютеранское кладбище. Сейчас пройдем до того места, где мы снимались. Я участвовал в съемках фильма «Мажор». В эпизоде играл подполковника внутренних дел. Сейчас подойдем к тому склепу, где снимался фильм «Брат» с участием Бодрова-младшего. Вот это то место, где проходила съемка в фильме «Брат». Вот как раз это место, где снимался фильм «Брат» с участием младшего Бодрова. Сейчас зайдем внутрь, где они сидели, курили. Кто-то оставил печеньки. А вот меня спрашивают в комментариях, задают вопросы, почему у вас много роликов про кладбище. Ну, я отвечаю тем, кто спрашивает. В таких местах, как кладбище, когда здесь находишься, понимаешь смысл жизни, осознаешь все свои поступки, анализируешь
прошедшую жизнь, настоящее, и думаешь о будущем. А сейчас мы подходим к тому месту, где я принимал участие в съемках. Сейчас покажу это место, где была импровизированная вырыта могила. Здесь вот на этом месте я принимал участие в съемках фильма «Мажор», где играл в эпизоде подполковника полиции. Вот здесь вот была импровизированная могила организована. Там вот стояли камеры. Оттуда съемка была с той точки. И отсюда вот. Здесь мы стояли. А с того дома, вон с тех окон, по сценарию должен был быть снайпер. Вот. Здесь памятник воинам Советской Армии, погибшим в Великую Отечественную войну, 41-45 год. Вот кто-то совсем недавно здесь был. Веночек положили, брались. Мы тоже сделаем свой вклад. Положим ленточку. У меня дед тоже погиб. Чеглаков Павел Филиппович. В 1943 году погиб на левом берегу Днепра.